И здравствуйте снова и снова. После того, как консоль еще и зависла во время ее выключения. Наверное, я не буду осматривать этот гараж теперь. Давайте пойдем посмотрим еще что-нибудь. Dad should just sell that other bike. How long is he gonna keep all this shit? Daniel destroyed our old nativity scene. Sorry, baby Jesus. Dad said we could go to Mount Baker this year. The trails are insane. Покупать игру через годик. Не, ну это, в принципе, мне кажется, достаточно здраво. Покупать эпизодическую игру тогда, когда выйдут все эпизоды. Ну или прямо перед выходом последнего, например. Чтобы... Мне кажется, в паузах между эпизодами все-таки потеряется, наверное, этот... Не знаю, какая-то атмосфера, что ли, игры. Можно потерять нить повествования, забыть какие-то маленькие детали, которые потом будут важными, например, и так далее. Guy never stops working. At least I don't have to help Daniel out with math. Thanks, Dad. Так, кто-то умножает 10 на 19 в столбик. Ну то есть это 10. Как? Да, у меня... Я не понимаю, почему PS4 так орёт от этой игры, ну, то есть она не выглядит какой-то совершенно... Dad tries so hard to get on a healthy diet. Графонистый или... What the... Ну да, Is консоль просто реактивно орёт на всю комнату. И еще и PS4 это настоящая печка. Вот сейчас осень началась. Dad is like a big kid. He gets so hyped for Halloween. Можно греться при помощи консоли. Yo, cookies. Ну давай, ладно, съешь печенье. Я думаю, что заменить. Что такое заменить? Gotta bring some munchies. Что значит заменить? А, вместо печенья взять чипсы? Не, ну чипсы, конечно, лучше всего. Ладно, наверное, когда он пустится в бега, ему надо будет иметь с собой еду, поэтому я правильно это все сделал. О, давайте почитаем, о чем наши замечательные герои. Так, я что-то нажал, и все исчезло. Ой, елки-палки, ладно.
Ага. Окей. Ах да, октябрь 2016 за месяц до победы Трампа. Я все думаю, почему же 2016 год? Вот же оно что. Ух ты, как они много переписывались-то. Я думал, он подкатить к ней не может, а оказывается... Ну, нормально, у них даже какая-то социализация. Я бы подумал, что у них там совсем все плохо, а оказывается, нет. Ой, запомнить бы еще все эти имена. Окей, нормально. Вот теперь я верю в этих подростков. Вот теперь я верю. Вот это примерно, мне кажется, суть типичных диалогов. Че за х? ПНХ. Чудесно, чудесно. Социализация у этих вот ребят просто топ. Зачем все это? Ну, наверное, вот показать, какая нормальная жизнь есть у героя. Честно говоря, мне вот эти вот эта переписка, она мне нравится гораздо больше, чем вот это вот простое вступление с... Не знаю, помоги бате найти ключ и посмотри, как батя тебя любит. Рука, лицо века. Dead Joke Simulator 2016. Откуда у него деньги? Ну, я думаю, тут ситуация в том, что он дофига работает, и если там, не знаю, у него есть клиенты, то у него есть и деньги. Я думаю, что не... Так, ладно, ей, наверное, надо что-то ответить. Я, правда, не вижу кнопки «ответить», но... Надо прочесть всю переписку с ней обязательно. Я не знаю, смогу ли я ее всю промотать.
О, господи. Вот реально здесь нужна кнопка идти в начало, но я попробовал нажать на L1 и в итоге улетел с телефона куда-то еще. Это было неправильно. Holy shit. Ну да, обычно, когда пытаешься прочесть всю историю в телефоне, это примерно так и выглядит. L2, я боюсь. Ладно, я уже почти домотал. Так. О, that's what she said, не работает в русском переводе никак. Ну, блин. Вот здесь я не рад. Очевидно, что на ответ «ну и хер с тобой» должно быть «that's what she said», но шутка потерялась. Ну, 2016 год, а люди еще используют лучший файлообменник. Ее еще и фамилия Хокинг. Что-то я не очень понимаю, почему она китаянка, если в ней, в ее имени вообще ничего от китайского нет. Ну ладно. Я не знаю, как бы я адаптировал фразу. Тут надо, конечно, очень много думать, но. Ну, я понимаю, что это может быть шутка, но поскольку ее фамилии еще пока нет, я не удивлюсь, если как бы это так и будет. Пока что мы только знаем, что герой фамилия Диас, но это самая дефолтная фамилия вообще ведь для мексиканцев. Имя, кстати, у героя и у его брата, что занятно, они, ну, англоязычные. То есть батя Эстебан решил. У него фамилия Парк. Вот оно как. Ну, в общем-то, все равно. «17 свечек не в том месте» — это интересно. Я ждал фотографии того места. Вот, теперь мы выяснили, значит, что она не китаянка вовсе. Так, может быть, окажется, что и герой не мексиканец, а просто испанец. Как вот писали, что чё? Почему бы ему не быть испанцем? Нормальным белым испанцем. Он же не победит, правда?
Окей. Так, чё? Блокнот. Окей. Окей. Список вещей. Чё? Ага, ясно. Зажигалка, ясно, понятно. $43, хорошо. Вот мне нравится, что его первое имя Шон, чтобы никто ничего не догадался, но потом Эдуардо. Пенал. Бывает же такое, пенал еще. Что-то он очень много с собой носит всего. А, да, надо же, вообще-то, наверное, надо было ответить, я же за этим сюда. И что? Отвечай. Вот меня вот это очень, очень фрустрирует, то, что, по-моему, в первом... Ладно, я жму все кнопки, ничего не происходит. В первом сезоне Макс сама отвечала, и это было совершенно нормально. Да, возьми газировку. This Для won't work. чипсов надо взять газировку. I don't want to get wasted in front of Jen. Выбор ничего не меняет. Пиво и содовое пропадут из рюкзака, а чипсы нет. Ага. Типа, ну я не согласен на такое. Чипсы с газировкой должны идти в комплекте. Ну скажи что-нибудь про себя, чувак. Потренироваться? Hey, Jen. What's up? Oh, try again, loser. Hey, you look totally hot. Oh my God, stop. Окей. Hey, you wanna share my blanket? Cringe Hey, compilation Jen. 2016. Do you wanna hang out sometime? Not bad. Remember, don't be too thirsty. Daniel better not use my toothbrush again. Да, консоль опять начала орать ужасно. Well, it's not my turn to do the laundry. Ну, она же сделана на Unreal Engine 4. Говорили пойти в комнату Даниэля, но это явно не работает. Ладно, мне, честно говоря, мне очень хочется, чтобы что-то начало уже происходить в этой игре. То есть, ну сколько я уже час, за исключением перерыва, смотрю. То есть он, в принципе, никому не отвечает на СМС, да? Asshole. Так, Time стоп, to get нет. in the mood for tonight. Не-не-не, лицензированная музыка же, зачем? Не нужна музыка. У меня PS4 создает мне музыку со своим ором. Выключить. That would be sick to tat would cut my arm off if I got a tat like that. But when I turn 18. I really like that one. I don't totally suck. I'll never make varsity at this rate. I think I know what to ask for Christmas. Damn. I still have like 10 books Так, left in подожди, the чувак, у series. тебя эта штука лежала в Probably finish until like рюкзаке. У тебя 20. что, две копии этой книги? Или это там одна серия и две разные? Тогда ты же не можешь читать две разные книги одновременно. Книга передвинуть. Хорошо.
Dad wants me to keep this junk as backup. Right. We got these for free during sex ed. Бесплатные. Not sure Daniel is ready to be an uncle yet. Трубка для курения. Eric got us some purple last month. It was fucking insane. Lila provides the weed tonight. I better be ready. Ну да, вроде бы ко всему уже готов. Dad laughed at me so hard when I came back home. Man. I so don't want to work this weekend. We almost got caught by a crazy old dude, but it was such a blast. This was such a cool day. Can't wait to go back out there with the crew. Very funny, Lila. Good thing my boss has a sense of humor. Kind of. Ну, я, кажется, мискликнул. Что-то не очень удачно. Вот, пожалуйста. Sorry, Lila. I'm just not a selfies kind of guy. Вот, да, Лайла Парк. Теперь мы точно знаем, кто okay. Don't be a stalker, Sean. Как они перевели Don't be a stalker? Хватит уже? Да, тут скроллить нельзя. Ну ладно. Man, this is taking forever. Do they want me to pay for it? Мексиканцы качают торрент, это хорошо. Я что-то забываю, это же тот фильм, где как раз снимался... Сейчас вспомню, как его зовут, подождите. Мартин Шин. О, мой бог, интернет был ошибкой. Кажется, да? Лол-код, атакуи. Не, ну, с переводом, конечно, хорошо. Это не про... Это мета еще и потому, что ведь... Мартин Шин на самом деле, по-моему, же он, да, он латинос, и его фамилия настоящая Эстевес, и он стеснялся того, что он латинос, и притворялся, поэтому взял себе псевдоним белого человека, чтобы его не угнетали и брали на разные роли. Так, все, я все сделал, что мне надо делать? Мне надо найти плед... Вы меня за кого понимаете вообще? Зачем мне плед? Gotta get that love blanket. Don't hook up with Jen. At least I'll be warm. Кресло мешок. Okay, Lila will survive if I take five to practice my drawing. I should take a good look at the subject before drawing. Ух ты, ух ты. Новая механика. А что, я не могу... Что рассмотреть? Я бы выбрал какой-то один объект, но, по-моему, он хочет рисовать всю свою комнату. Cool. I think I'm ready to draw. Спасибо. Я бы не хотел вернуться в подвал. Но смотрите, какая механика. Я кручу аналогом, а он... The lighting is nice. It's been a while since I've sketched my room.
Pretty good. But I can add more details if I want. Интересно, то есть, ну, я бы ожидал, что это okay. таким образом вешается ружье на стену, что, может быть, потом в игре это где-то пригодится, right что герой умеет рисовать, и, возможно, в последующих эпизодах надо будет точно так же вот присмотреться к чему-то и потом нарисовать, не знаю, может быть, портрет какого-нибудь преступника для полиции. Ну, правда, полиция за ними самими же будет ходить. О, первый трофей и сразу серебро. Не зря я приземлился сюда. Тумбочка открыть, книга посмотреть. Так, плед в подвале. Все, надо идти. Теперь мне немножко жалко даже, что я играю сразу после релиза, и я наверняка пропущу сейчас что-нибудь занятное, какую-нибудь опционалку интересную для трофеев. All right, Dad. Where do you put the blankets? Судя по тому, что я получил сейчас трофей за рисование, наверное, здесь трофей чуть более интересные, чем... первой части, но может быть они все про рисование. Слышь, батя, где плед? Где плед, или я отдавлю тебе ноги? Ладно. Игра мне не хочет позволять. Ладно, может быть, в старой коробке все-таки? Прямо от лестницы. А во-во-во, наверху все хорошо. I'm sure Dad won't miss one blanket for the night. Looks like I got everything. Better pack it all up. Окей. Угу. И где паковать? В комнате паковать? Собрать рюкзак. Ну, как это... Не могу сказать, что мне очевидно, где у него рюкзак. Вот это выглядит, кстати, как сумка, с которой можно было бы пойти. Если бы я брал большой плед, я бы точно его в рюкзак не, наверное, не пытался засунуть. Я бы, наверное, взял сумку повместительнее. А, он просто бросил рюкзак у входной двери. Я бы, конечно, его занес в комнату. Qué pendejo. Ладно, я надеюсь, что сейчас что-то начнет происходить в этой Finally, игре. Ready to go. Time to Skype Layla on my laptop. Ой, теперь еще найти в Skype. Мне кажется, что перед тем, как заставлять игрока делать какие-то повседневные, банальные вещи, его надо все-таки для начала подсадить на крючок чем-то интересным. Я... Ну, вот... Мне сейчас Sorry, скучновато. Так, стоп. I'm just not a selfies kind of guy. Стоп, стоп, он сказал... А, там кружок. Sorry, был. Вот, да, кружок. I'm just not a selfies kind of guy. Но сцена с копами вначале мне просто ничего не сказала. И мне... В общем, ну, мне кажется, она не так хорошо работает, как сцена из первого Life is Strange, где с самой героиней происходит что-то okay. странное. Дважды. И видение, и отводка сразу. Yeah. Dad hooked me up with some cash, so we're set for the night. In case we need anything else. Or if you and Jen need anything else. Ooh-la-la. Okay, serious talk. What are you gonna say to Jen tonight? Well, I don't know. Played cool, talk about the gig last week, get to know her tastes. Oh, oh my god.
You did rehearse your moves for tonight. You're totally into her. Duh. Why do you think I'm freaking out? She's so super cool. You're super cute. Just be yourself. That's why she's Sean. Into you. Sean! I'm done, look! I made zombie blood. It's, corn syrup and food coloring. Hey. Hi, Lila. Get out of my room, Daniel. I was just... Come on, man. Just bugging the shit out of me again after I told you to knock? Yeah, but... I know. Anyway. Sean, you're an asshole. What's your problem? But... I want to see zombie blood if you don't. Sorry. I'll make it up to him. He knows I can be a dick. I'm just stressed out about tonight. Oh, please. We're gonna have so much fun. Maybe tonight's the night. Don't jinx me. Jinx? I'm your lucky charm, bitch. Okay. So when are you coming over? I just have to hit up the momster for the car keys and hope she doesn't make me lie too much about the party. I'm already in trouble from last time. This time, don't get caught. Oh shit. Jen just posted her outfit for tonight. What? On her wall. You should check it out. It might get your attention. А, то есть этот расстроившийся братец сейчас пойдет и взорвет полицейского, да? I get it. You want to keep the surprise. So, can't wait to get out tonight. This week was hell. And I have to work at the store this weekend. You're still allowed to get wrecked at the party. No excuses. Yeah, dude. That will impress Jen. Girl, I'm so wasted. Let's chill. I'd be impressed if you did that. Hold on, okay? Something's going on outside. What do you mean? Hey! Look at my shirt, asshole! What's the big deal? It's Halloween! Don't ever touch my brother! You hear me, Brett? Fuck you, Diaz. He got his fake blood shit all over my shirt! Look! I told you, it was an accident! You better leave us alone! Oh yeah, go hide in your dad's garage. Pussies! You think you own the block? И чё? Я не знаю, мне оба не нравятся, но это, ну, то есть, это напрашивается, честно говоря. Мне кажется, что когда будет подсчет статистики в конце эпизода, ответить Бретту, не знаю, 90% будет. Вот, но вот пишут, что типа, почему герой начал себя вести как мудак. Ну, это вообще очень... И кажется резонно, да, когда если он просил брата не лезть к нему в комнату без стука, и он сам занят и там, не знаю, признается своей подруге в каких-то там этих своих чувствах к своей этой Джейн, и тут вбегает брательник и начинает совать какую-то свою фигню, когда его не ждут. Мне кажется, что его отчитать было бы совершенно нормально. Давайте посмотрим. Dude, did you get that blood on him? It was an accident. I swear. He's a fucking retard. See what happens when you don't listen? Dad told you to stay in the yard. I know, Sean. I was just acting like a zombie and I forgot. I swear. Where? Take the little baby back to his crib. Come on, Daniel. We're done. Yeah, go back to daddy, pussies. No wonder your mom bailed on you. Whoa! Sean, you hit him! Get inside, now! Sean! You're dead meat, bitch! You and your whole fucking family are going to jail, losers! Что, он упал на камень и ему стало плохо? Okay, step away.
Now! Calm down, officer! Shut up! And step back! On the ground! Now! Hey, wait! This guy was beating up my little brother! Now! Hands behind your head! Sean! This is fucking bullshit! Okay. Oh, no. Sean! What's happening? Get on the ground, sir! Dad! We didn't do anything! Sean, be quiet! I swear! Officer, listen! I'm sorry, Dad! Daddy! Be quiet! I wanna go home! They're good kids, officer. Don't move! I'm sure they didn't do anything! I said don't move! Oh, please! We didn't do anything! It's gonna be alright! On the ground! Ой, какая хуйня, извините. Какая... Я не должен ругаться на этих стримах, но... Это просто... Если бы сейчас не было... Если бы сейчас не было 2 часа дня, я бы, наверное, открыл какой-нибудь алкоголь, потому что, Дэвид Кейдж, вот. Вот это те слова, которые... Два слова, которыми нужно охарактеризовать происходящее. Дэвид Кейдж. Все. Вот ни слова больше. О, господи, как мне... Завязки мне вообще продолжать в это играть. Я... Меня еще лично очень напрягало, что по факту мы играем за убийцу. По-моему, это не очень круто. Нет, ну здесь, вот честно, это не... Ну как убийцу? Вот это... Я не знаю даже, как это описать. Когда два подростка просто бьют друг другу морды, когда они там, не знаю, подцапались... И один из них что, падает на маленький камешек спиной и умирает? Ну, извините, я не могу сказать, что мой герой убийца. Я могу сказать просто, что сценарист, возможно, ну, не очень хорош. То есть, ну... Не умер, а задыхался. Ну, то есть, я вот... Да, я о том, что... Ну, у меня просто нет слов. No, man. То есть, здесь... Здесь все, no pouting, все okay? Плохо. И то, что... My feet really hurt. Ой, they ладно. Just suck. And we've been walking for 4 days. What? Only 2. Don't even try that shit. And my back hurts from sleeping under that stupid bridge. Yeah, so does mine. I was there too. Just абсолютно все. В этой сцене вели себя как идиоты полнейшие. Да, сценка 5 дебилов. Я не могу даже начать говорить что-то об этой сцене, потому что... Ну, все идиоты. Серьезно.
Милки хочет остаться и умереть. Хорошо, блин, бросай его, игра закончится. Я... Где папа? Вот у меня вопрос. Вот на самом деле у меня... Персонажи все отвратительные и тупые, ладно. Если... Я бы понял, если бы этот мелкий чувак устроил этот взрыв из-за того, что он увидел, что батю застрелили, и это его травмировало, и он взорвался. Ну, я бы это понял. Но... Он при этом задает вопрос, а что с батей? Я не понимаю, в таком случае. Так не мелкий устроил взрыв, серьезно? Не мелкий? Ну ладно, хорошо, хорошо. Я ожидал, что мелкий. Ну вот, вот, блин, чат, как видно, по-моему, я читал просто, ну, опять же, из анонсов игры, что это был мелкий. А, ну вот. И вот у меня вопрос. Почему он устроил взрыв, если... Ну, если это по сути был... Ну, то есть, ну, еще ничего не произошло. Он бы батю, можно сказать, убил этим взрывом, если бы батю не застрелили секундой раньше. No way! Not fair! Whatever. Okay. I'm a zombie, and I'm gonna eat you. Это, наверное, должно быть как-то мило, но... Не знаю. После такой леденящий мозг... своей глупостью сцены мне настолько наплевать. То есть, ну, просто испугался и стресс, это, мне кажется, ну, у человека в жизни очень много есть стрессовых ситуаций. У меня тогда вопрос, как бы, почему он никого не взорвал раньше? Вот, ну тут вот пишут, взрыв устроил из эмоционального шока после убийства бати. Это было бы нормально, потому что стресс у тебя в жизни постоянно, а бати у тебя на глазах убивают однажды всего. И, вот, но после этого нельзя задавать вопрос, где батя? Потому что, ну, если... Ну, вот у меня в голове просто это не укладывается. Вот, и, ну, на самом деле я... Амнезия от стресса... Слушайте, да, если это амнезия от стресса, то это еще хуже. Это просто еще одна монетка в копилку преступлений этой игры. Сразу. Ох. Блин, ну что-то я... You're not allowed to say that. Ever again. Yes, sir. You'll be the first one to know when we get there, okay? I'm tired and hungry too. Listen, this looks like a perfect place to camp out. I bet we're not the first people to stay the night. Можно мне послушать мысли главного героя о том, куда они идут? We're gonna camp here. I'll look out for you. Ой, окей, хорошо. Можно я посмотрю
найти укрытие для ночлега. То есть, кстати, чипсы и кола у меня есть, хорошо. Но! Куда они идут и зачем? Man, it's so dirty. A car out here? Hope the driver isn't around watching us. Осмотреть? What is that? What do you find? Check it out. There's a chunky choco crisp bar. Господи! Yeah, I see it. You know I love choco crisp bars. I haven't had one in a million years. Ты позавчера его ел, сволочь. Come on. Can we please, please, please get one? Не могу. Мне так плохо от этой игры. Шучу, давай от его возьмем. Нет, мы не возьмем его, ты что? And you can wash it down with a frosty root beer later, okay? But I'm starving. Рутбир как шипучку перевели. Понятно, русские не знают, что такое рутбир. Карта обсудить. И зачем вам река? No, duh. It's way too cold for your skinny butt. Okay. Почему вы радуетесь реке? Я не понимаю. Ничего не понимаю. На границу с Мексикой бегут же. Ну, у меня вопрос. Как бы, почему мне они не говорят этого? There must have been a big ass storm. Ooh, landslide. Doesn't sound good. Да, они идут два дня, не сказали куда и зачем, не съели чипс. Я уже начал жалеть о том, что хотел, чтобы в игре что-то начало происходить, потому что как только что-то начало происходить, сразу же все стало плохо. Graffiti? Not exactly. It's called a trailblaze, and people used to put them up to give directions. Like GPS? Yeah, sure. Just slightly more ancient. Awesome. Вода кончается, но берут у реки. Мне кажется, что вместо того, чтобы пить, в общем-то, ну, как-то помягче сказать, зараженную микроорганизмами речную воду, они же могут наполнить бутылку буквально в любом вот туалете. Ну, то есть, в какой-нибудь заправке можно зайти и просто воды набрать. Это же так просто. Вот и connection с первым Life is Strange. Что-то я пропустил, где connection был, ну ладно. Okay, dude. You have to use the bathroom? No. It smells real bad. No shit. Seriously? You better go now. I don't have to go. Jeez. Can I just pee on a tree? Хорошо. You have to go on your own later. Stop treating me like a baby. Stop treating me like a baby. Покажи кастомизацию рюкзака. Кастомизацию. Кстати. Ладно, надо же все прочесть. Ага. То есть он не отвечает, у него телефон вообще, он, я вижу, садится. Но.
По юридическим причинам, понятно. Понятно. Офицер Танака, вот это diversity. Ту его кучу копов. Окей. Ладно, вот это лучше всего, конечно. Просто вот, знаете, тут такой момент, что вот засудили бы... Ну, тут, ну, как, в общем, сказать? Зачем они бегут, вот это непонятно. То есть случился какой-то взрыв, да? Это какая-то сверхъестественная фигня, которую нельзя приписать кому бы то ни было из них. Единственное, в чем можно было бы обвинить главного героя, это в том, что он, ну, там вот плохо побил этого быдлана соседского. Но после взрыва, честно говоря, я думаю, что от этого быдлана и так ничего не осталось. И... ну, в общем-то, ну, то есть невозможно приписать этот взрыв никому из этих двух подростков. Более того, они, ну да, ну, то есть... Ну, я не понимаю. Я не понимаю главного героя вот этого. Не взрыв, это волна телекинеза. Это выглядело как большой взрыв, честно говоря. Видели, что чувак с астмой на всех лезет, где увидели булли с астмой. Ну, и я извиняюсь, но на ответ на где мы видели булли с астмой звучит как Шон! Шон! Вот там главный булли был с астмой. Ну, anyway, как Бретта могло разнести. Ну, там... там была такая ударная волна, которая перевернула полицейскую машину. И, конечно, сложно понять, была она направлена или нет, да, ну, то есть, если это расценивать как взрыв, ну, то есть, его могло задеть бы. Я больше вот о чем, что произошло что-то, непонятно что, как бы, какой-то хлопок, взрывная волна, whatever. Нельзя, просто невозможно обвинить в этом ни героя, ни его брата. Я не понимаю, почему они бегут, какой у них план, зачем это все. Если я не понимаю главного героя, как я могу ему эмоционально как-то сопереживать? Ну, то есть, вот вступление игры у меня не вызвало никаких вопросов насчет того, как бы, кто такой герой и... This is fine. И что он хочет, и так далее. Как только началось вот что-то strange... Герой сразу... Так, и... Нет, он даже в дневнике не написал, почему он пытается бежать.
То есть, нет, я считаю так, совершенно нормально то, что, да, во-первых, если Брэд мудаком был, все бы это подтвердили, и кровь на нем фейковая. Я понимаю, почему полицейский сагрился на окровавленного человека, который лежит, задыхается. Ладно. Все равно ни у кого нету никаких вообще инкриминирующих... Ну, то есть, я не знаю. У меня есть подозрение только, наверное, знаете, если авторы игры действительно в хлам поехавшие, и они... думают, что если это... если тут сейчас победит Трамп, то, не знаю, Шона посадят только за то, что он мексиканец. Это единственное объяснение, которое я могу придумать, и это... Aren't you Mr. Minecraft? I thought you loved the forest. I watched you build giant cities out of logs. I did. I built the biggest cities ever. Мексиканцы притесняют США, они говорят, копы, копы, потом бегут. Это самое тупое дерьмо, которое я только, блин, слышал. Конечно, мексиканцам настолько не доверяют, что, не знаю, кровавый навет вот на них наведут. Не знаю, посадят их за то, что телекинез взорвал машину полицейскую. Ну, то есть, серьезно. Man, what are we doing out here? Чего-то я иду, я все еще ищу укрытие для ночлега, я не... Я хочу бросить эту игру, мне... Че, ягоды, не ешь ягоды, ты че, дурак? Становись, дурак. Can I taste one, please? We don't have much. Только минутку. This is better than nothing. Hold on. I'm coming. Минутку, подожди, проверить. They're okay. Go ahead. Это ты как понял, чувак, тем, что ты их сам съел? Ты что, идиот совсем? Ты серьезно? They're okay? Ты уверен? Ну ладно, ешь, умри, отравитесь. Ну то есть... Или ты знаешь, что это за ягоды, или ты ее не ешь никогда. Это же какие-то базовые правила. В первом классе детей учат этому. А потом они умерли. Но вот честно, я уже... Мне настолько антипатичны стали эти герои, что я уже начинаю желать им умереть поскорее. Не знаю, вот скунсу под хвост залезть и отравиться. Есть плохие ягоды, от них да не, ну я понял, но вот мой поинт в том, что ягоды, ты, ну то есть вкус ягод не определяет то, съедобные они или нет. Плохо может стать и от того, что ну на вкус может быть и не противно. Кошачий корм? We're not that desperate yet. Если ед, то надо брать его с собой. А, ну да, они на 10 в столбик умножают. Действительно. Picnic and hiking site. Well, I bet nobody comes out here to picnic anymore. Well, that's good for us. No camping? Uh-oh. Don't worry. Nobody's gonna find us out here. Чувак, тут медведь нарисован. У тебя клешни медведя, деревья уже здесь пытаются срубить. Что значит nobody? More like squirrels, rabbits, critters. Just don't bug them and they won't bug us. They're way more scared of us than we are of them. Unless they're angry. Вот, кстати, да, я, честно говоря, okay, надеялся, что как только, ну, игра, так сказать, начнется, да, ну, хотя бы после того, как
название игры нам покажут, что будет какая-то реально игровая механика. Ну да, вот мелкий говорит: чувак, вас медведи съедят здесь, не останавливайтесь здесь. Нет, взрослый такой: не, мы пойдем сюда, не вопрос. Я устал злиться на эту игру. How am I supposed to take care of us out here? I don't even know what happened back there. To that cop? Or Danny? How can that be? Whoa! Look at that! Как же ты мелкий задрал. So cool. Never seen you get so jacked up over a nice view before. So? I've never seen anything like this. Never, ever! Yeah, I guess you haven't. I remember when that... I wish Dad was here with us. Well, thanks. Not cool enough anymore? Yes, you're super cool. But... Я просто пытаюсь понять, о чем вообще может быть эта игра, да? Вот, ну, то есть... В чем ее основная фишка, да? То есть в первой части я говорил как раз о том, что там было слишком много. Игра пыталась угнаться за тремя целями, пойти в трех направлениях. Что первая часть была и про взаимоотношения между людьми, и про детективную историю, что случилось с Рэйчел Эмбер, кто убийца и так далее, и про сверхъестественные вот эти вот штуки, которые, в общем-то, там тоже были, ну, повсеместно. Игра начиналась со сверхъестественного. Макс постоянно использовал свои сверхъестественные силы. В конце первого эпизода там пошел снег и так далее, и так далее. И чем дальше, тем было больше сверхъестественного. Здесь нет ничего. Герой... Вот Макс в самом начале, она... рефлексировала о всем, у нее были постоянно внутренние монологи вообще о всем подряд. Здесь я не слышу от главного героя никаких мыслей. Ну, кроме: ой, батя умер, это плохо. Ладно, куда вы бежите конкретно? Какой у вас план? Какое у вас будущее? Да? Что ты думаешь о том, что тебе пришлось оставить свой родной, ну не родной, а свой этот город со своими друзьями позади? Что ты думаешь об этом вот взрыве непонятном? Он не рефлексирует даже на самые очевидные темы. Этот герой вызывает у меня... То есть я понимаю, почему Макс в первой части могла вызвать антипатию, потому что, ну, она не идеальный человек, она вялая, она там прогибается под противную Хлою и так далее, но... Она постоянно хотя бы пропускала это все через себя. Мы знали, чем она руководствуется. Здешний главный герой не делает вообще ничего. У меня с ним полный эмоциональный дисконнект. И то, что он не пытается даже обдумать самые лежащие на поверхности вопросы. И... это только фрустрирует. Вот как игра стоит покупать? Я в бешенстве сейчас от этой игры. Я ждал, что она меня не зацепит, но она... Нет, она раздражает очень сильно, потому что, ну, понятно, что младший брат, он будет надоедливым. И он будет... всякие глупости творить.
Что, ты знаешь, куда я камеру повернул, подлец? No peeking. One, two, three, four, five. Они идут к родичам отца в Мексике. Six, они должны это сказать. Seven, я не eight, должен об этом догадываться. Nine, ten. Вообще тот I'm факт, coming. Что вот, вот опять же, вот эта ситуация. Okay. В здесь везде написано: никаких пикников, не останавливайтесь здесь, медведи вас сожрут, там как там было, в общем, в этом ролике. Она тебя сожрет, не лезь туда. И что они делают? Они, блин, играют в прятки в лесу, где полно медведей. Я его даже не заметил, кстати. Он сам сдался. Я не знаю, меня все раздражает сейчас в этой игре. Это... Номинанты на премию Дарвина. Так, я сделал круг, судя по всему, да? Я не... Куда... Это я все еще ищу укрытие для ночлега. Здесь медведи! Fuck. Не ночуй здесь, она тебя сожрет! Я тоже не... Что ты вообще делаешь? Я нихера не пойму, где мы и что я вообще делаю. У меня такое же ощущение. Зачем я в этой игре? Где вы? Что вы делаете? Зачем? Daniel, поставь его в доме, можно было... Нет, я... То есть, окей, я понял, что у них есть родичи в Мексике. Герой должен сказать, что он этот... Ну, что они к ним идут. И вообще план какой-то добраться до Мексики у них должен быть. Это пешком ты до Мексики не дойдешь вот из этих земель. Вот из этих пейзажей ты не дойдешь пешком до Мексики никогда. Чем они думают, я вообще не знаю. Find more food. Зачем вы уходите глубже в лес, если вы хотите... What if the raccoon came with us? He could be our pet. Man, raccoons are not a pet. You ever see their claws? Yeah, but this one liked me. Until you ran out of food. Let it go, Daniel. That's one big tree. Наверное, то, что мелкий постоянно трепется, okay. Это должно нам... Должно заставить нас сблизиться с ним. Но вот... Это то, о чем я говорил, почему мне кажется, что в играх с детьми, героями... Детьми-героями. Ну, короче, в играх, где дети центральные персонажи, ничего интересного никогда не будет. Потому что в детях нет ничего интересного. Стой, не ешь. Нет, нет, Даниэль. Hold on. I'm coming. Ладно. Hey, man, do not eat those. Seriously. Okay, okay. We don't have much. This is better than nothing. Hey, Daniel, you hear that? Play Life is Strange 2. The characters are incredible. The writing is incredible. The representation is incredible and very, very important. We're too big for a nest. Мой point простой. Критики, которые вообще начинают говорить про важность репрезентации, они... То есть, их приоритеты, они скошены настолько, что слушать таких критиков, естественно, нельзя. Надо над ними... смейтесь над ними, гоните их, издевайтесь над ними. Вот, возиться с детьми – худшая возможная механика, только с Элли, наверное, получилось. Но дело в том, что с Элли вообще не надо было возиться в The Last of Us. Вот это ведь занятно, да? То есть
Мы в The Last of Us видим, по сути, путешествие Джоэла, и где Элли просто, ну, ходит и разговаривает с ним, да? И Элли, она даже не ребенок, но она уже гораздо более практически сформировавшаяся личность, в общем-то. И поэтому мы просто видим там развитие их отношений, как, не знаю, от отца и дочери. Daniel! Ой, ё-моё. Это совершенно не то же самое, что здесь. Более того, в механике, то есть во время прохождения, Элли вообще никогда не мешает. Она невидима для врагов. Она может помочь, может не помочь, но она никогда не будет мешать. И это очень важный момент, почему Элли кажется нормальной, а вот это... Иди вперед, не ищи. Я честно, я просто обошел все, что было раньше. Очевидно, что он занят. Dude, you struck out. That did not scare me. Liar, liar. I saw your face. That was surprise. Кто-то говорит, что Telltale заслужила смерти, Life is Strange 2 чуть не шедевр. Но у меня нет слов просто. Говоря словами антагониста Lunar Silver Star Story, I see only despair. Здесь я не вижу ничего хорошего в этой игре. Ну, количество диалогов. Окей, количество диалогов под хорошо, но оно не компенсирует нехватку внутренних монологов. Потому что, естественно, в диалогах с мелким не будет раскрываться в полной мере главный герой. Потому что ты не можешь говорить с мелким, как с полноценным персонажем. Вот со своей корейской подругой он разговаривал на равных, он раскрывался в диалоге с ней. So what do we need? Вот диалоги не особо интересные. А почему? Потому что не может быть динамики и между персонажами, которые... То есть не может быть никакой динамики с ребенком. Это ребенок. Вот есть такое нехорошее слово «объективация». Я бы его использовал сейчас, просто чтобы подчеркнуть, что... Дети, они не субъекты. В этом вся проблема. Они не доросли до своей субъектности. Они как объекты, которые требуют очень много внимания к себе. И которые, вот, да, требуют, чтобы ты, не агрил их. Но это не такие неполноценные личности, с которыми можно действительно вести диалоги и что-то как-то обсуждать. Храняй базу. Okay. I needed to build a camp to keep out all those creepers and whatever. And I'll take care of finding the wood. Deal? Yes. I can build traps too. Nothing will get to us. Окей. В ловушку сейчас опять, конечно же, герой должен здесь попасть. Окей. Ладно, еще часик я поиграю. Сейчас только сделаю перерыв на пару минут. Сейчас вернусь.
coming! Let's see. Here's a good spot. One step here, and wham. I wish I had some redstone. I could make way better traps. I should start looking for wood. It's getting late. Ух ты, они все еще болтают о чем-то. So many comments by Mexican Americans and people of color saying that Life is Strange 2 is so relatable and important to them. How happy they are to... Ну, я в своем блоге, в общем, уже писал, что я думаю про тему diversity и репрезентации. И ничего хорошего, в общем, в этом нет. И... То есть я даже так скажу, вот из того, опять же, что я вижу, их национальность не имеет вообще никакого значения, как и национальность, условно говоря, вот этой вот, как ее там, Лайлы. Вот. И... По сути, эта игра гораздо больше о... о том, каково быть старшим братом. Ну, то есть, единственный посыл этой игры, который я сейчас вижу, то, что быть старшим братом — это ад. Now we have a weapon rack, in case anyone attacks us. Туда ты пока отходил, он посмотрел вырезку из газеты, где писали про стрельбу, а не взрыв. Ага. Класс. Он это посмотрел без моего ведома, да? То есть я оставил джойстик, и этот чел пошел смотреть вырезку из... А, то есть вместо того, чтобы покупать что-то дешевое, вы покупаете чизбургеры и милкшейки. Ясно. В общем, вы заслужили все плохое, что с вами произошло. Просто своей глупостью, ребят. Я не могу. Ладно. No man or dragon or bear will get through this. Don't worry, brother. Не смотрел Over the Garden Wall? Я не знаю, что такое Over the Garden Wall. Наверное, не смотрел, да. Daniel will have a shit fit if I go too far. Я не понимаю сейчас, кстати. Если он посмотрел какую-то газетную вырезку, то где эта газетная вырезка? Почему я не вижу ее сейчас? Now this is perfect. We could build a really cool fort here, I bet. Nice and dry. В общем, да, я как раз говорил о том, что первая Life is Strange развивалась в трех разных направлениях. Это, конечно, ей в итоге навредило, но никогда не возникало вообще вопроса, о чем игра. Наоборот, ответов было даже слишком много. Здесь вот я пытаюсь понять, в чем суть этой игры, да? Я не могу вообще... Ну, то есть, это роуд-муви, где... Роуд-муви про двух братьев, получается, да? И, соответственно, цель протагониста — это просто заботиться о своем... О своем младшеньком. И все. И где изюминка, и где какой-то стрэндж в этом... Я не представляю себе. Катсцена продолжалась? Вот это да. Ну ладно. That's enough for a toasty fire. Ну сейчас прям тебе всю суть выложили. Игра длится уже 2 часа. Я...
Я хочу вообще понимать, что, hey, что это, зачем это. This isn't too bad. I guess Daniel can chill a little. Hey, can you give me a hand? Yeah. Но, честно говоря, даже если младший овладеет телекинезом, мне кажется, что... Good call. Here. Let me take this side. You got it? We'll see. Go ahead and... Это ничего не изменит. Ну, то есть все равно надо будет старшенькому заботиться о младшеньком, параллельно, наверное, двигаясь в сторону Мексики. Я не представляю себе, как даже если у младшего будут силы, ну да, это будет создавать там новые какие-то неожиданные ситуации. Даже если он ими овладеет, ну, что это изменит? Все равно будет мелким. Вот. Ну и насчет, ну, то есть... Где здесь изюминка какая-то? Вот я больше о чем. Я не понимаю. Ну ладно, давайте я нарисую. В конце концов, пейзаж у них получился. Хоть что-то мне здесь нравится. Давайте пейзаж посмотрим. На самом деле, у меня вот какой... Вопрос был, да? Вот в этой вот дурацкой ситуации, то есть задыхающийся чувак был жив. Батю, я даже не знаю, ну то есть, может его еще можно было откачать, может его застрелили там не насмерть, они проверили ли, они вообще врачи или нет, почему? Я не понимаю. Позже будет самое большое нововведение. Но я вот надеюсь, я еще минут 50 понажимаю, и я надеюсь на то, что я хотя бы посмотрю на главную фишку этой игры наконец-то. Главная ошибка игры — это мелкий, он просто не нужен. Но это главная особенность игры при этом тоже. Вот в этом тоже проблема вся, что мелкий — это фактически центральный персонаж игры. Все, что происходит, это происходит из-за него и благодаря ему, и все про него. То есть... Да, герой иногда страдает от того, что у него помер батя, но, естественно, игра не о том, что помер батя. Игра о том, что вот мелкий, и надо его оберегать от всего. От ягод, например. И от злых, не знаю, гончих Трампа. Угу. Вот честно, да, я бы тоже пошел на пати и поиграл бы за подростка. Я, как только начался основной сюжет, я пожалел о том, что я не остался в этом нудном, но, по крайней мере, человечном вступлении. Watch me. Dude, come on. That's a boulder, not a rock. Here, you need a flat rock. Hold it like this. Look at my hand. Boom. Okay, I did it. My turn. Hold it with your thumb and finger. And spin your wrist when you throw. Almost. What'd I do wrong? Not bad. Ладно, давайте научим его это делать. Наверное, игра считает, что у нас будет бондинг. Господи, он вертикально его бросает. Почему ты не можешь ему сказать, что ты бросаешь не горизонтально, а вертикально? Ну, камон, ну...
старший. Ну научи, у него, он тратит отличные камни. Да ё-моё! Да, давай, утопи все камни, утопи просто все камни вообще. Никаких советов я тебе не буду давать. Вот, кстати, вот, вот чат, я в чате вижу отличный поинт, что если бы игра вообще показала нам, что есть какое-то предубеждение против мексиканцев, да, что показало, что герой сталкивается с какой-то реальной дискриминацией, и именно это заставило бы его бежать, вот это, ну, это была бы какая-то драматургия. Who are you? Who are we fighting? Skeleton with flame arrows? Watch out! Oh, close call. Now it's our turn. Right into the skull. Да, привет зрителям Канобу. Мы смотрим на... Я не знаю, как это описать. Что я делаю со своей жизнью вообще? Damn right. Thanks for having my back. Будут предубеждения? Нет, я не сомневаюсь. То есть, я больше о том, что если герой делает что-то очень-очень большое, странное короче, если герой решается на какой-то совершенно невероятный поступок, а бросить все и бежать пешком в Мексику — это совершенно невероятный поступок. У него для этого должна быть какая-то очень веская причина. Какое-то объяснение должно быть нормальное, мне кажется. И с точки зрения драматургии подвести к этому поступку... О, отлично, да. На самом деле сейчас придет медведь, и все так и будет. Наверное, медведя мелкий телекинезом тоже снесет. Да, я говорю о том, что я совершенно не понял это решение героя бежать. И, возможно, если бы нам показали то, что он вообще по жизни постоянно сталкивается с дискриминацией, может быть, это бы заставило меня понять, почему он бросил все в своем этом городе. Но... Ну, просто вот я сейчас я сформулирую, да? Была записка от соседа, где он говорит: ваши дети противные, вы все делаете плохо. Может быть, вы не знаете этого, но вот у меня, я знаю права себя как гражданина США, может быть, вы не знаете. Слушайте, ну это подколки. Это подколки уровня того, что, я не знаю, толстого человека назвать толстым, очкарика назвать четырехглазым и типа... Может быть, ты там без очков чего-то не видишь, но вот я, ну типа, камон. Если кто-то мне скажет, что я без очков чего-то не вижу, я не брошу все там и уеду в Мексику. И то же самое этот булли из соседнего двора, как бы, ну... Естественно, если кто-то хочет тебя задеть, он будет бить в какие-то твои, не знаю, ну... точечные, будет бить просто, да, в то, куда он знает, вот, про мамку, например. То есть, естественно, герою было обиднее всего услышать наезд на мамку, за это-то он и пошел в драку, и это нормально. Да, он до этого Булли там пытался его задеть... тем, что герой мексиканец, но это даже не настолько обидно же было, да, вот я о чем. Поэтому совершенно нет, я не вижу вообще с этим никаких проблем в контексте того, что я видел в игре. It's beautiful. Pretty amazing, huh? See, it's not so bad here in the forest. Ладно. Я надеюсь, сейчас их начнет есть медведь, и мы посмотрим на какое-то развитие событий, потому что
Ничего больше я не жду. Людей, которые пишут подобные игры, hey. Само собой, что мексиканцев угнетают, даже показывать не надо. Ну... Вообще, конечно, я не знаю, кто сценарист. Вот есть такая проблема. Может быть, они позвали каких-то сценаристов местных. Но в противном случае я сказал бы, что это, опять же, типичная ситуация, как француз Дэвид Кейдж пишет Америку, так же французы из Don't Know тоже пишут Америку. Понаслышке и карикатурно. Этими как красиво утомили немного. Да, кстати, абсолютно. Это уже, наверное, пятый раз где-то, где они говорят, как красиво. Спасибо, я это осознал. Но им просто нечего больше сказать. А что может сказать такой мелкий ребенок? Ничего. С ним невозможно вести никакого нормального диалога. Только пустой small talk. И вот все вот эти вот, ну, говорят они про дракона, ну вот я уверен, что это просто все совершенно ни о чем, это нам не дает ничего. Это же не раскрывает его как персонажа, ну точнее, это обычный ребенок, который, ух ты, вот дракон, а вот индюк, а вот я ем ягоды, ой, муравьи ползают, ой, посмотри на этого енота, я хочу завести себе енота, а сейчас мы сражаемся со скелетом, у-ху-ху-ху-ху. Ну, блин, вот, пожалуйста. А, ну то есть вижу в чате, что француз писал игру. Окей, окей. Они могли бы позвать местного, но просто это реально ничего бы не изменило в контексте того, что какой-нибудь местный американец из какой-нибудь осатаневшей Калифорнии написал бы про ужасные притеснения мексиканцев. И, не знаю, про... сатану Трампа, который пришел к власти, и теперь надо от него бежать, там, да, не знаю, финальный босс-файт с Трампом на великой мексиканской стене, ну, в общем. О, man. I'm so hungry for Choco Trips now. Райтеры те же, ну... Как мы знаем, по финалу оригинальной Life is Strange они совершенно не поняли... что как бы своего счастья, они не поняли, что они сделали очень правильно в самом начале. И они поэтому по... Сценарист Дайкатаны? Хорошо, хорошо, да, Дайкатаны, это прям... Вот. То есть, отвечая на еще не заданный, но достаточно актуальный, наверное, вопрос о том, почему повседневщина в Life is Strange 1 мне нравилась, а повседневщина здесь нет, ответ довольно очевидный. Там было много персонажей, с каждым из которых Макс могла выстраивать свои отношения. Опять же, последние эпизоды это все выкинули в утиль, да, но начало, во всяком случае, с... этот персонаж запомнит это, оно было многообещающим. Здесь нету такого. Здесь, в принципе... Все, что у тебя есть, это братец, который даже, ну, неполноценный человек. С ним отношений ты особенно не выстраиваешь. У тебя есть просто две цели, да, не знаю, не посраться с ним и защищать его от всего, там, включая ягоды. То есть, фактически, ты в этой игре ничего не выбираешь. Вот ведь главный мой поинт.
первой части... Dude, we are the wolves. В первой части ты выбирал, ты, условно говоря, Макс там даже по сюжету в две стороны тянули, там, в одну сторону Хлоя, в другую, например, там тот же Уоррен, да, и можно было отдавать кому-то из них предпочтение. Поэтому здесь нету выбора даже никакого, да, это, конечно, есть только этот пацан и все. Мне он не нравится, я хотел бы... Я ничего не могу с ним сделать. Я не чувствую, что я как игрок вообще этой игре нужен. Я не чувствую, что я вообще могу здесь себя как-то проявить. Вот, вот, вот центральная моя проблема с ней. Все, давай, спи. Вот в чате пишут цитату сценариста, что я инвалид, поэтому репрезентация — это важно. Класс. Окей. If you have to да. Pee, then офигеть, зашибись. You want me to come? No. Я не смогу прочитать, но если вы только разобьете на кусочки там по 200 символов, dude, тогда я смогу прочитать. Потому что у меня сейчас на слове репрезентация все разорвалось, увы. На PS4 моя мне не показывает больше. Хотя, блин, я сейчас попробую с телефона почитать, если там больше... Не, у меня... Так. Sean? Ну да, суть, я инвалид, something? Поэтому важно, сколько инвалидов работает yeah, в индустрии. Окей. There's a lot of critters out there. Scared you might pee on them? А, ну типа, и он писал Хлою... Безногую Хлою, потому что сам знает, что такое быть безногим. Ну, я про безногим утрирую, если что, я смеюсь. Но, как бы, у меня совершенно нет вопросов к Хлое в кресле. И это совершенно нормально, что он ее туда вписал, и совершенно нормально то, что это ему ближе. Как бы, окей. Но мне было бы даже нормально, если бы один из центральных персонажей, какой-нибудь условный вот Life is Strange, был бы инвалидом, да, и... Ну, примеров нормальных персонажей инвалидов, ну, я думаю, не знаю, Оракул из Бэтмена просто напрашивается. Вариантов очень много. Особенно учитывая, что эти игры про повседневность, а не про какой-то там экшен. I do not know. А, он не знает. Sorry. Я плохо читаю. Стараюсь следить и за экраном, и за чатом. Не, ну вот это, кстати, интересно, да. Что... Значит, он сам disabled, но при этом не без ноги, и поэтому... Dad, where are we? Ладно, так, что... А, он батю просит. Не знаю, все это, то есть игра все еще скучная, честно говоря, я бы лучше, наверное, чат читал. What happened? Where's Dad? It's okay. He just had a bad dream. That's all. Sean? Where are we? Right here, in the park. Remember our amazing fire? Yeah. Are we okay? You fortified our base, so we're perfect. Ну, смотреть действительно нечего. Играть... I did. Вот ведь что самое ужасное, то что играть здесь не во что. Go back to sleep. You need your rest. But I might have another scary dream. Чем обусловлены высокие оценки этой игры в западной прессе? Ну вот уже... Нам цитаты же приводили. Смотрите, игра про мексиканцев. Вот это да. Какая замечательная репрезентация. Это так важно. 10 из 10. 10 мексиканцев из 10. 10 little Mexicans.
Вот. То есть я могу понять, что эта игра, например, может сильно срезонировать с людьми, у которых, в общем-то, были младшие сиблинги, и которые прям вот тоже нянчились с младшими братишками, и поэтому это все им близко, и это с ними резонирует. Я, к счастью, был избавлен от этого кошмара, и поэтому эта игра вообще для меня ничего не делает. Maybe we'll find a milkshake shop. Ah, yes. The Force Secret Milkshake Factory. Вот. То есть я раньше уже говорил, что я не очень понимаю, как чему в этой игре резонировать с мексиканцами, потому что их национальная идентичность не играет вообще никакой роли сейчас. Harry Thompson wanted to beat me up. Me and Noah traded some games with Harry. But he didn't like us, so he said he was gonna get us after school. What did you do? We waited in the gym until he went home. That's it? You should have told me. I tried. Да, ну вот. But you said to get out of your. То есть да, это у меня. Я просто о том, что лучшее, наверное, что. То есть лучшее мое предположение, которое я могу сделать. Почему эта игра с кем-то может срезонировать? Это, ну, если в их жизни действительно были вот младшие сиблинги. И, ну, то есть первая Life is Strange, она была более какой-то, ну, сказать, общей жизненной. А, ну понятно, этого следовало ожидать. И там было гораздо больше вещей, на мой взгляд, которые могли найти какой-то эмоциональный отклик с большим количеством людей. Здесь же, мне кажется, просто я не вижу... Я знаю, сколько у меня денег осталось. $33 и сколько-то там центов. Зачем мне смотреть на номерной знак? You're a long way from home, dude. Будь это игра фильма, многие уже дропнули такое, думаю. Вы знаете, вот герой же пытался скачать фильм Badlands с Мартином Шином, о котором как раз мы вспоминали. И я хочу сказать то, что, по-моему, вот этот фильм невероятно скучный и вообще ни о чем, но его считают классикой, и его досматривали до конца, и все хвалили. Поэтому... I'm fine. I'm too young. Remove the head or destroy the brain. Maybe some other time. I'm on it, hillbilly. Only $50 or boy. Yeah. Okay. After the night we just had, I'll pass. Не, ну с визуалом у игры все в порядке. Но что насчет содержания? Что, продавщица, привет. Да, купи ему шоколадку. Нормально, питаться суперкалорийными батончиками вообще неплохая идея. Они должны быть недорогими по сравнению с вашими бургерами содомскими и питательным. Если у тебя мало денег, ты берешь сникерсы. Hey, hi. Good evening. Yes, can I help you? You don't look like you're from around here.
Oh, we're on a road trip. So where are your parents? Uh-oh. We're with our friends. Pretty fun. By yourselves, all the way out here? Oh, it's no big deal. Just a short field trip. We're not that far from home. Well, didn't mean to grill you. Just making sure you're okay out here. Have a nice day. Have a nice day. Купи шоколад. Wish I could send Lila a postcard. Like a regular holiday trip. Dude. God's gas. Okay. That would be 5.90 за хлеб, вы чё? Вот пишут в чате, что, мол, это Америка до Трампа мечта. Я считаю, что это $2 за батончик. Ну, can't go wrong with this, да. Так бери на все батончиков. $5 за хлеб. 6, господи, 6. 3.50 за... Что? Сколько сок? 4.50 сок? Да вы сумасшедшие вообще. Ну, посреди леса магазин, конечно, да, но чё-то я... Hi, what are you looking at? Hey there. Well, I'm actually сделать два хот-дога $6. Not for you. Ужас какой. Like dirty stuff? Yuck. It's adult stuff. I'm 9 years old. I know these kind of things. Yeah, I'm sure you do. What's your name? Daniel. Hey, Daniel. I'm Brody. Why are you looking at adult stuff? For work. Ooh. Okay, must be a nice job. Kinda, yeah. Well, see you. Неплохо. Don't worry, we'll get you a new family. Ooh, Sean, check it out. It's a raccoon costume. Okay. Let's get supplies and a map. Так, не, ну макароны с сыром они не откроют же, у них открывашки нет. Я, конечно же, не надо это делать. Украсть не очень хороший вариант. Воду они должны были наполнить в реке, но они, конечно же, этого не сделали. Ну, что-то с едой какие-то большие проблемы, да. Палатка? Ха-ха, нет у тебя денег на это. Так, что тут у нас еще? Брелок, карта местности. Perfect. We should be able to find our way with this. Наверное, можно взять, это же бесплатно. Go on. Actually free. Cool. Thanks. It's a real nice map. You'll find lots of great hiking trails around here. О, можно еще и потратить все деньги на Power Bear. Окей, окей. Я все еще не понимаю, о чем игра, но... Ладно, если хлеб стоит $6, и хот-доги стоят $6. Ну-ка. Пустая бутылка. Вот вопрос, вот если это заправка, то у них должен быть туалет, ну просто обязан быть туалет. И я не понимаю, почему они просто не... Never thought I'd be so excited to see a gas station. Ладно, с другой стороны, давай посмотрим, что будет, если они просто проголодаются и умрут. Заплатить. Да, я покупаю один батончик, больше ничего не беру. Looks like you're all set to go. Is that it? Yeah, I think so. Okie-dokie. А, все-таки можно налить в сортире вход, где парковка. Вот, я так... There's the damage. Ну, я не знаю. Ну, давайте посмотрим, что будет, если я не буду тратиться.
особо. Thanks much. All right, here's your change. Cool. Thanks. Господи, сколько лишних реплик-то? Остановитесь. Так, не, все, мы выходим. Я купил ему шоколадку, как обещал. Мелкий поест. Старший и так хорош. Yeah, it's a dog. Yeah, it's a dog. Identifying it's a puppy. Dog. Super cute. Yeah, super cute. Is this yours? Somebody left her down the road. If I saw who did that, it'd be the last time. Aww, he must be sad. What's his name? Her. Whoever takes her gets to name her. Oh, right. Oh, can we have the puppy? Блин, ну ты сумасшедший, да нет! Sorry, man. Ну какой вы папина? Oh, honey. We have to have an adult take care of her. See? Sorry about that. Now let's go. But... я не знаю, это игра про small talk без... Без каких-то арок вообще сюжетных, без каких-то диалогов, что сколько можно. Hey, look, empty table. Let's grab it and check out this map. Нет, надо наполнить воду. Так, здесь все перекрыто. Тут медведи. We have to get something to drink before we take off again. Чё-то не вижу. Фильм «Дорога»? Да, я помню. Собаку, правда, не помню. Так, что это? Искать еду? Отлично. Yay. A fucking half-eaten apple. Жри. Ягоды жрал, и это сожрешь. If we don't eat it, nobody will. Мимо проезжала счастливая, полная белая семья. Да, хорошо. Это не интерактивно? Наверное, нет. Hey, Sean. Knock, knock. Who's there? Europe. Europe who? No, Europe who? What the hell, man? Эй! О, господи! Это курица, нет, это хавается. Вот локализация шутки подъехала, кстати. Ой. I know. So wash fast. Okay, you're done. We are not done. Nice. Free water for us. Конечно, да, free water. Какие-то просто базисы того, как можно экономить. Are we good to go, or do you need to... No, it's okay. I went in the woods just before we got here. Cool. Игра, пожалуйста. То есть она просто очень много It's делает упора на то, что тут, ну, yep. типа survival, да? У тебя ограниченные деньги, тебе We're надо есть и пить, и ходить в туалет. Но на самом деле, мне кажется, что... Наверное, это все фейковая штука. You got me a choco crisp? Of course I did. You deserved it. Да, кстати, помыть яблоко было довольно очевидно. А, сейчас, значит, Реднек на них должен наехать. You guys lost? А, нет, это тот же самый чувак. Мы с ним с тобой уже говорили. Right on. Pro tip. Don't feed the bears. See you later.
big map. Yeah, hope I can read it. Сейчас тогда будет кричать, возможно. Is this supposed to be Washington? Как вы из Вашингтона пешком до Мексики планируете дойти? We have to be somewhere in there. Hey, I know. We're here. There's a gas station. See? Nah, no way. We were near Mount Rainier yesterday, but it's miles away now. Let me show you where we are, okay? Yeah, okay. Что? We slept at that trout trail thing. Then we walked south for a while. Ну, не знаю, здесь. Nope, this can't be here. Definitely not there. All right. Зачем мне? Yes, it is. It's next to the river we camped by yesterday. Here we are. Okay, so can we go there tonight? Are you kidding? It's way too far. You want to walk a whole week again? But it looks cool. Hold on. Что выглядит классно? Дорога и лес, где вы уже? Hey kids, looks like you're out camping. Oh, yeah, just going over trails and stuff. Seems dangerous to be out here all alone. But maybe you're the ones who need to be watched. Huh? What do you mean? We sure just hope you paid for all that. We don't tolerate shoplifters. Sir, we paid for this. And за все это за одну. You can show us what you bought. За одну шоколадку. Thanks. We have to go. Nope. You're going inside. Don't make this worse for yourself, kid. Ну окей, хорошо. Я сейчас зайду, и продавщица скажет, что я это все купил. Ну как бы не вопрос. Что за варианты? Давайте зайдем внутрь и с продавщицей поговорим. Ноль вопросов вообще. То есть заходишь внутрь и говоришь: «Здравствуйте, я ваш клиент. Только что я у вас купил шоколадку. На меня, значит, наезжает какая-то мразь. Нормально ли это в вашем приятном, замечательном заведении, где все стоит в 3 раза дороже?» В чем проблема? Какой? Здесь нету нормального выбора согласиться. Господи, это игра! Хорошо, обсудить. Excuse us, sir. We were just hiking, I swear. Then let's find out if you're telling the truth. Ну давайте узнаем! Ну пойдем! We have to get going. Sean? It's okay. Look, our ну пойдем! Okay. You can call him from our phone. Now let's go. Don't touch me. Don't do it, boy. Let go. Don't touch my brother. Ой, ну конечно же, он начинает всех избивать. Вот опять же просто из ёбаного ниоткуда. Я не знаю, это как это первая сцена. Вот просто я не могу вот от этого дегенератства вообще сценариста. Дэвид Кейдж опять включился. Да нет слов просто. Ну какого? Что за говно тупое это за игра вообще, а? Кейдж, выходи, да, вот с утра у меня вышла черепаха, а потом с вечера Дэвид Кейдж вышел. What the fuck? Where am I? Еще к батарее его привязали? Серьезно? Oh shit, Daniel, no, 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 don't do this to me. I don't know. We'll be off our property and won't be our problem no more. If you say so, then, well, I'll let you deal with it. No. Hey there. You finally awake? Sorry I had to secure you. But if you're innocent, don't act guilty. Почему ведешься как преступник? Потому что сценаристы этой игры тупые. Блин, я. Hurts. I didn't pop you that hard. You're all right. I feel like I'm gonna throw up. Just let me use the bathroom. Nice try.
But I know who you are and what you did in Seattle. I saw it in the paper. И что я сделал? Расскажи мне об этом. Расскажи мне об этом, дед. Я сам не знаю, что я натворил. Guess you didn't have any second thoughts about leading him out in the middle of nowhere, though. That's real safe for a little kid. If he's lucky, he won't end up like his criminal big brother. Just let me go. Please. You're the reason we need to build that wall. Из таких, как ты, нам нужна стена. Смотрите, какой я злой реднок. Я сейчас пойду и проголосую за Трампа, привязав тебя к батарее. Как они узнали, что это он там сидит? Так в том-то и... Не, ну, то есть... Я... Ладно, я... Окей. He's okay. He's okay. Just... Блин, классно, слушайте. Опять герои рецензируют свою игру. Всегда бы так. Так чё, я не вижу просто вариантов. Мне может посмотреть камерой куда-то? А, во, посмотреть на окно, наверное, не знаю, что. Daniel must be scared shitless. Daniel must be scared shitless. I can't leave him out there. Ну вот да, я уже теперь ожидал бы, что этот мужик еще изнасиловал бы их обязательно. Ну, все просто худше. Достать стул. Не достать стул. Самое главное, это обратите внимание, да, если мы примем за данность, что полицейские подозревают нашего героя в убийстве того копа, и на него объявлен розыск, то абсолютно совершенно нормально вот этому бородачу, который узнал в героя преступника, совершенно нормально его обезоружить и привязать. То есть он не мог толкнуть табличку, пока свет не включил. Ладно, эта игра еще тупее и тупее с каждой секундой. Ладно, ясно. Yeah, we get it. You're the perfect Americans. Что? Извините, я... Yeah, we get it. You're the perfect Americans. Я хочу, знаете, я хочу закончить здесь стрим, оставить героя вот здесь, в этом виде, потому что я не могу. Я не могу просто от этой игры. Я хочу орать просто от этой игры. Сука, да, спасибо. Да. Герой был на месте преступления, он ни в чем не виноват, но он решил убежать. Ему говорят: приди, дай показания, мы не знаем, может быть, ты преступник. Герой не приходит, его объявляют в розыск, потому что, может быть, он преступник. Бородач видит героя, которого объявили в розыск как преступника, привязывает его и идет в полицию, говоря о том, что, ну, понаехали тут преступники. Какой политический комментарий, боже мой! О, этот бородач, он идеальный американец, посмотрите! Please don't let anything happen to Dick. Daniel, I'm right here. Are you okay? Зла не хватает просто. Hey, Enano. You're doing great. You totally fooled them. Thanks to you.
We have a chance of getting out of here. Yeah? Yeah. We gotta hurry, though. He called the cops on us. Think, dude. There's gotta be a way out of here. There's a window over there. Maybe you can find a way in or something. Осталось минут 30. Ну ладно, я вообще в 4 хотел бы закончить, но если я чуть позже, наверное, не так страшно, но... It is. But be careful. It might attract him. Can you try and open this vent? Don't worry. We'll figure something out. I'm sorry, but you married an asshole. Hey. You think you can open the back door? I don't know. It won't open. It's locked. What do I do? I don't know. Let me think. Ой, ну что, не знаю, открыть. Как он откроет эту дверь? The old guy's gone. Maybe you can enter from the store door. Да, то есть ничего не украли вообще, ну... Гляди на ключи, я не ви... Не ви... Come on, shit. Okay. А, блин, да, теперь вижу. Of course the fucking keys are all the way over there. Чё-то я не заметил их вообще, такие маленькие. Что? Что это? Читаю, да. I don't even want to tell you. This racist shithead is a real pillar of the community. Расистское чмо, уважаемые граждане. Просто эта игра обмазывает говно по лицу игрока постоянно. Я... не... Сразу 10 из 10 получаю. But yet too fucking far. Okay. Getting closer. Right. Okay, Daniel. I see some keys, but I can't reach them. Maybe I can get them if I can pry this pipe off the wall. Can you find some kind of tool out there? I don't know where one is. Find me something sturdy, like a screwdriver or a wrench. Anything. But where can I find one? Enano? I can't really see much from where I am. There should be some tools nearby. Okay, I'm looking. То есть, серьезно, ничего вообще не сделал этот мужик предусудительного, ну кроме того, что он их начал бить. Stop freaking yourself out, dumbass. Увидел преступника, обезвредил преступника, задержал преступника. Российское чмо. Давайте мы будем иронизировать над тем, что он американский гражданин, и у него фото на стене висит. Да как он смеет фото на стену вешать? Как кто-то смеет его хвалить? Посмотрите, какая ужасная у нас расистская Америка. О, боже мой, это эпоха Трампа у нас здесь. Good job, bro.
Что мне делать? Да. Мне нравится, что какая-то подсказка появляется на секунду и сразу исчезает. Ладно, я... Смотри на фото еще раз. Нет, с меня хватит, я уже дважды посмотрел. В общем, да, ваше... сравнение с Final Fantasy VII, где Тифи надо было точно так же ногами доставать ключи, оно 100% уместно. Опять же, я хочу сказать, что здесь, конечно, появился вот этот геймплей, но не то, чтобы это какой-то осмысленный геймплей. Нет. Мне просто нужно нащупать последовательность действий, которая приведет нас к... К тому, чтобы пошли дальше. Dude, you're Brock. Did that asshole see you? No way. I'm invisible. Yeah, you are. Okay. Now we gotta get my stuff and go. Daniel, what happened? What did you do? Зачем он вообще туда вышел? Да бегите, вам надо валить, за вами едут. Какой безопасности вы, ну... украсть лагерное снаряжение. Теперь это уже хороший вопрос. Учитывая, что они разнесли уже им половину магазина, я... Вот, смотрите, здесь вопрос... Какой? Есть ли в этой игре действительно survival? Да? Если у меня не будет лагерного снаряжения, что тогда? Действительно ли им будет хуже? Я не очень верю. Да, не надо. Давайте мы. Мы не. Вот, я до сих пор не делал ничего предосудительного вообще. Я не знаю, что с ним случилось, никаких отпечатков пальцев нет. Это самого, как его, нету орудия преступлений. Но, опять же, вот сейчас малый смочканул чувака телекинезом, даже не было никакого конфликта. Я бы понял, если бы этот мужик на него реально напал и типа сказал бы: «Ага, ну все, ты попался, вот сейчас я тебя привяжу к батарее и покажу тебе, насколько я американец!» Нет, ничего вообще не было. You guys okay? Don't look okay. That asshole at the gas station. You're fucking crazy. He tied me up in his back office. I swear. Dude, say no more. I believe you, okay? Shit's crazy out in the woods. Get in, you two. Hurry up before he catches us. Нормально вообще, мужик поверил в это, даже не задавая вопросов. Ну ладно. Когда крадешь, мужик тебя хватает, с ним все окей. Почему он тогда лежит и не хватает их, если они уходят? Почему? Господи, эта игра еще... Я не знаю, на каждом повороте из кустов выпрыгивает Дэвид Кейдж. Ладно, скажите, концовка действительно скоро? Я очень хочу закончить прямо сейчас. Я хотел 4 закончить, но если тут минут 15-20, я бы досмотрел. They started Минут too early, 40. But I bought too much stuff, just to piss him off. Welcome to Redneck Land.
This ain't Seattle no more. Redneck Land в Вашингтоне. All those creepy wooden bears should have been a red flag. Yeah, no kidding. You could call that place the Bear Witch Project. Yeah, we should have turned back straight away. Well, don't let it faze you, little dude. You're going to meet some amazing people on the road, too. What's under the blanket? Come on, I'm not stupid. Какой же ты козел. Вот зачем ты выбегал в магазин. Ты уволен. Daniel. What? We saved her. We're heroes. Yeah. Guess we are. So, what should her name be? Hey, your dog, your choice. Oh, cool. Let's see. How about Mushroom? She totally looks like a mushroom. Yeah, that's pretty cool. Not much of a girl's name, though. Who cares? I'm sure she loves it. So do I. All right. Mushroom it is, then. Ooh, yeah. Thanks, big brother. See, Mushroom? You got the best name ever now. Mushroom. Nice. Yeah, I feel like I just witnessed history. You're on your way to becoming official road warriors, my dudes. Так, ладно, сейчас посмотрю, у меня по работе все нормально, пока ничего. Ну да, пока ничего. Ну тогда, наверное, можно и досмотреть. А, так, ну зачем ты занимаешься, дорогой либерал? What do you do exactly? Long, boring story short, I come from a family with money, but no soul. I took off after school and never looked back. Now I write stories for zines and websites, do podcasts, protest, try to make some positive change. Знаете, что еще похоже на гриба из Марио, да? Political. Everything is political, Sean. Я не успел сделать скриншот, черт. So, everything is political, Sean. Spoken like a real American. Just curious. Now that we're urban nomads too, if you have any tips. I sell shit, like a good capitalist. Stories when I can, eBay when I can't. My biggest expense is gas and food, so it's easy. Hey, no matter what, I just try not to get cynical. Otherwise, I'd be like my family. End of the day, we have to watch out for each other, right? Yeah, you did watch out for us. Thank you. Seriously. Looks like your brother crashed hard. Давай, Броди, расскажи нам про то, что Берни прав. Feel the burn. He always goes right to sleep in cars. Yeah, and feel free to do the same. I won't take it personally. What about you? You okay to drive? Oh, yeah. This is my favorite time to drive. Traveling by night is kind of mysterious. Вот да, я о том, что, блин, у него в машине собака, которая вполне может ему... изгадить заднее сиденье, и у него даже вопросов нет, ничего. Окей, что теперь, что дальше?
Я думаю, они никогда не доедут до Мексики. Было бы забавно, если бы, знаешь, они доехали до Мексики, и пятый эпизод — это чисто боевик, где малый своим телекинезом наркокартели начинает раскидывать. Тогда бы это был полный Дэвид Кейдж, где Джоди в Африке там воевала с... Ну, в общем-то, со всеми. Man, look at that. Oregon is like the edge of the world. Уже Орегон. Нормально они. Целый штат проехали. А, это Аркадия Бэй же. Вот оно что. Конечно же, Орегон. Орегон — это Аркадия Бэй. Маяк стоит, город стоит. I know what happened with you guys in Seattle. Do you want to talk about it? Как откуда ты что-то знаешь? Я сам не знаю. Пожалуйста, да. Вот именно, что я... Да, во всем виновата полиция. It was the police. It's their fault. Daniel just wanted to play zombie outside. Your shithead neighbor was picking on him. I got in a fight. So Dad came out to help. Somebody called the cops in, and they shot him. They killed my dad in front of me. One second, my dad was alive. Then... fucking cops. Hey, it's gonna be all right. Take a deep breath. Так что произошло-то с полицейским? Что дальше-то было? Да, они убили батю. А вы зачем бежите? Что произошло? Listen, I'm really sorry this happened to you, man. Injustice is everywhere. And you're taking the brunt of it right now. But you're gonna be okay, Sean. How? Wish I could go back to my town. Even if it was boring like that one. At least I've had friends, family, home. I used to bitch about it so much. Now I've got nothing. What it sure is, that's the past. But you can't look back now. You've got each other. And you have to move forward. Why? You may not see it, but what you and your brother have is the most important thing. He needs you. And you need him. I can tell he doesn't know what happened. Sean, at some point, you're gonna have to tell him. О, господи, ну... I know. Этот старец-мудрец, интересно, как от них отвалится. Наверное, опять какое-нибудь злое проявление страшного трампистского государства его проглотит. Да-да, он говорит такие банальности, что ну, слушать тошно. So then, what's your plan? What's your plan? Да, пожалуйста. Good question. Пожалуйста. I was thinking, get out of the country, fuck it, go down to Mexico, you know? Damn, I thought I was the long-haul traveler. Так он старец, ну я к тому, что он... мудрости вливает в героя же сейчас. Should we just keep going till we get to Mexico? If you think that's the right thing to do, yes, this is exactly what you're supposed to be doing. You have family there? Maybe. Нет. Family in the U.S.
Мне нравится, maybe превратилась в нет. Прикольно. What about your mom? No, no way. She's out of the picture. But dad, he always talked about this plot of land he owns in this little coast town, Puerto Lobos. That's a pretty cool name. So it's gotta be great. Okay, so you've still got a long ways to go. We've shot the shit long enough. Time to hit the road. Listen, I'll drop you by a motel in a couple of hours. You guys could use some time to yourselves. А, то есть он просто их выбрасывает и все. Окей. То есть, да, получается, что у него в Пуэрто-Лобосе есть какая-то недвижимость. Почему-то, откуда-то. Которая на самом деле не у него, а у отца. А наследство на него не оформлено. И что они вообще планируют, я не очень понимаю. Семьи нет, ничего нет, денег нет, работы нет. В Мексике тем более ничего нет. На что они рассчитывают? Зачем это все вообще? Дом из начала игры, я не знаю. Не уверен. No. Come, see if you can catch me. Ow! Почему герой еще ни разу не задал вопрос про телекинез его брата? Я не могу с этого, блин, это же... Life is strange. Жизнь странной должна быть, а он делает вид, как будто все нормально. У него на глазах фактически брат дважды замочил людей каким-то... If it wasn't for him, we... Так, ну что, можно... А, мне надо палку, наверное, взять. Чтобы пройти дальше по игре, нужно обязательно накинуть палку. Ура! Кидать палку! Вот... Я уже устал кричать от этой игры. Иди! В воду! Что, какой R какой-то для броска? Да, почему он не думает о том, чтобы зарядить телефон? Ну какие-то совершенно банальные вещи, которые сразу в голову идут. Он вообще не рефлексирует, он вообще не лишен внутренних монологов, он вообще вот кого-то не думает ни о чем. Все, собака убежала и... А, ну ладно. Good doggy. I think we need a frisbee. Все, что было хорошее в первом эпизоде Life is Strange 1, этого нет в первом эпизоде Life is Strange 2. Okay, here. Только, не, только Дэвид Кейдж сценарий, и все. Don't throw it too far. I won't. I swear. С телефоном потом отдельный фейспалм. У меня уже... My face is tired, как говорилось в Mass Effect Andromeda. Come on, mushroom, get that stick. Looks like these two are getting along. It's good to see him like that. Well, I got you that room. Seriously? It's only a room, no big deal. Look, I had tough times when I started out. And some strangers saved my life. Thank you. Now's my turn to help someone. It's right there, room 10. On the second floor. Listen, I don't want to freak you out, okay? But you have to be twice as careful now.
I know it's easier said than done, but you should get rid of that phone. Really? You can always get a burner later. Trust me. And Sean, talk to Daniel. He deserves to... You're not leaving? Are you? Yes, I am. Ну, я не говорю про спрашивать брата про способности, но вообще можно было бы спросить, если... Если с отцом там действительно была какая-то совершенно безумная, экстраординарная ситуация, то здесь, когда он развез пол магазина, да, и взял собаку, очевидно, он это делал в сознании. И мне кажется, что надо его спросить, типа, а как так получилось? Дэн, как ты разнес пол магазина? Что это было? Объясни, пожалуйста. As always. Hold on. I didn't forget you. I've had it since my first road trip. And it's always kept me safe. Now it's yours. Cool. Вот. И ладно еще спрашивать. Я хотел бы, чтобы герой думал об этом. Where is it? Like our official guard dog? Sure. It's your bandana now. То есть свой план герой впервые... Okay. Ну, я не знаю, озвучил через неделю после вообще начала путешествия. So sad. You can contact me on my blog, a tribe called West. So, Боже. You better keep me posted when you can, okay? We will. Thanks again, Brody. Ah, bro hug. Очевидно, что подобное случается, когда Дэниел сильно паникует, расстроен или злится. Ну, он расстроен или злится вообще постоянно. Когда его в самом начале брат выгонял из комнаты, он, очевидно, был расстроен и злился. Но он не взорвал собственный дом. Me too. И... К тому же с ним тоже надо как бы поговорить, как бы, насколько он это контролирует, насколько он вообще понимает это, что... Okay. Time to hit the sack. Зачем нужен character development, если есть political message? Everything is political, you know? I got you. Ну да. Персонажи мексиканцы, больше ничего, даже больше ни о чем и думать не надо. Это ведь главная их единственная черта. Looks like the manager's asleep for the night. Shouldn't have any trouble from them. Think it will have Netflix or a jacuzzi? Dude, this is some motel, not an Airbnb. If you're lucky, it'll have cable and a hot shower. Я подумал, что это какой-то в будущем будет злодей. Слишком он приторно добрый. Ну типа как мистер Джефферсон, да? Good. I'm gonna throw you in, cave boy. We can watch TV too. And there's a balcony. Ревью, по-моему, уже есть ревью на первый эпизод. И после этого первого эпизода я не знаю, хочу ли я вообще смотреть то, что здесь дальше, потому что я, очевидно, ненавижу все в этой игре. Но... Зачем они положили собаку на кровать? There's no way you can beat me, bud. Ready? I am so ready to beat you. Aw, shoot. I told you, man. Can we play another round? Come on. Sure, I mean... Выигрывай. Suit yourself. Not this time. Aw, come on. Not fair. You lost, man. What's not fair? I wanted that bed. Take it. For real? I don't really care. Awesome. Серьезно, вот мне без разницы, это мое отношение от всей этой игры. Конечно же, я уступлю мелкому все подряд, потому что никаких последствий не будет этого. I wouldn't be so sure, cave boy.
Я ничего не купил в магазине, да, и последствий этого не было. Какая мне разница, что я трачу деньги, что я не трачу, так что? А, вот, окей. Есть веская причина. Вот я как раз хотел спросить, почему Броди их не повез в Мексику. А, вот он в Юту. Вот, видите, мама умирает, он едет в Юту, окей. Оставил деньги, все наличные отдал. Пытаться оправдать свое имя, когда тебя обвиняют в убийстве копа. Гиблая затея в наши дни. Чем ты его убил? Расскажите, пожалуйста. Ладно. Мне нравится, что записка, в которой написано «Ты не рассказал брату про Сиэтл», лежит в открытом доступе. Брат может просто ткнуться в нее из любопытства и... Yeah. Don't think we'll be coming back this way. Ай, ладно. Man. Да, не стер палатку, последствий тоже не было. То есть, серьезно, игрок не нужен в этой игре. Вот в этом... ее категорическая проблема. В Life is Strange 1, ну, по крайней мере, поначалу ты много чего решал. Здесь... I tried ironing my shirts once. Burned a hole through them. I can see why they left that tie. Ладно, мне, наверное, надо выйти, чтобы игра закончилась. Игра, пожалуйста. You have overstayed your welcome. Опереться. Все. Я надеюсь, что опереться — это последнее, что я тут сделаю. It's nicer here. Wish I cared. Puerto Lobos, Mexico. Can I get us this far? And safe? How can we get there without money? Любая сцена в этой игре, да, должна начинаться со слов «красиво». Здесь красиво the game, the movie, абсолютно. Тут красиво, но мне все равно. Вся реакция на эту игру. Да, слушайте, насколько... Игра прям сама пишет на себя рецензии. Так, ну пожалуйста, мне надо что-то нажать, чтобы выйти, да? Я думал, что это конец, но нет, это он типа рефлексирует. Но нет, какая рефлексия, блин? Здесь красиво, но я не знаю, доедем ли мы до Мексики. I could use a serious bong rip right now. Track stars aren't supposed to smoke. Yeah. Couldn't care less now. В ванной иди. Спасибо. Я хочу уже, да, куда-нибудь прийти, но... Так, ладно. Наверное, без выключателя он туда не зайдет. Пожалуйста. Нажми его. Спасибо. Пена для ванны открыть. Fill her up. Он по полотенцу ходит в уличной обуви, по которой он неделю по лесу ходил. Американцы! Дяка. Hey, don't touch that. My hair feels like it's coated in dirt. A shower after Daniel will be bliss. You're my new best friend, mushroom. Dude, you really look like shit. Life is couldn't care less. Да. Какой использованный-то? Игра же... Знаете, использованный был бы, если бы в этой игре были какие-то нормальные взаимоотношения между людьми. А их нет. Man,
This hot water's going to feel so good. Daniel will love this. Да, можно было с ним телек посмотреть, но я не хочу с ним ничего делать. Я хочу, чтобы этот эпизод закончился, и я мог вернуться к работе и, например, позавтракать еще бы мне сегодня неплохо. Я думал, я быстренько вот в первой части я за пару часов пробежал первый эпизод, а здесь... You ready? Aw, the episode's almost finished. Nice try. The water's hot. Come on. Yeah, okay, I'm going. Рисовать на кресле. Oh my god. Whoa. So many bubbles. Try and keep them in the bathtub. I will. Promise. Thanks. And no, the dog is not taking a bath with you. Okay, okay. Don't worry. Ну все, он точно сейчас будет. She threw my phone away while Daniel was washing. He'd freak out if he saw me. Так, на кресле порисовать, говорите? Может быть, мне за это дадут трофей? Nothing better than drawing to clear my head after this mess. Ну, как это работает? Честно, что тут рисовать? Я понимаю, вот в лесу рисовать красивые Time штуки, но... Pen, ну вот, знаю, эту геометрию рисовать... Как-то, ну, так себе идея. I hate perspective. А, перспектива — это сложно. Ясно, понятно. Rough looks cool, but messy. Should I keep going? Cool. I think I'm ready to draw this. Да, у него тут Атлантический океан, можно сказать, прямо вот под окном, а он рисует одинаковые стены и телевизор на них. Ну, а, можно было нарисовать братца, ну, окей. Заряжающийся телефон. Окей. Time to say goodbye to modern life. Lila's freaking out. Maybe I should leave her out of this, or she'll get into trouble too. Какие у нее проблемы могут быть? Сумасшедшая, что ли? Звони, пускай тебя копы найдут. Я, может быть, хоть один нормальный человеческий диалог еще здесь будет. I guess. I'm in a motel with Daniel. Shit. Everyone's looking for you here. Fuck. I didn't do anything. I know. God, this is so messed up. The cops are talking to everybody at school. This is a nightmare. We're fucked. Sean, don't say that. It will be okay. I miss you so much. Maybe you could come back. You know I wish I could, but we can't take that risk. They're gonna put me in juvie. Daniel... Oh shit. You're innocent. And I've got your back. No matter what. No way. I'm not gonna let you get in trouble for me. Stop acting like I'm never gonna see you again. That's bullshit. Как насчет ответить, что я тебе, блин, напишу из Мексики, ну типа... I'm sorry. I totally hate this. Ладно. I guess the freaking fighters are disbanded for a while. Should actually change this, I guess. So, where are you going? Ну не отвечай. Far away. We're just going... Away.
for now. I'll call you if I get a chance. I miss you, Lila. Sean, wait. I did not kill him. That's wait. Not true. Okay, that's okay. Bullshit. I and did not kill him. I did not. Oh, hi, doggy. Так, не, ну, ролики с батей пересматривать, это себя травить. Делать это, конечно, не надо. И телефон надо, конечно, кидать не под окном отеля, а в океан, куда ты его не добросишь. Ну, ладно. Да, мог бы Джен написать. Ну, вот к вопросу о том, что если уж ты выбрасываешь телефон, и если уж ты выбрал следить... Okay. Если ты уже наследил, то, ну все, ты... Just tell Daniel the truth. Are you kidding me? Remember that song? Come on, dance! Нет. Man, I can't dance right now. My legs are thrashed. Sorry. You're no fun. Daniel, come here. We need to talk. Can we get a drink first? I'm thirsty. Right now? You said I could have a Coke. Нет, я не обещал тебе колу, говнарь. I'll get you a soda. But when I come back, we're going to talk. Сейчас что-нибудь произойдет. Что-нибудь обязательно произойдет, как только он выйдет. Вот это всегда такое. Надо обязательно перед каким-то важным разговором отправить героя в какой-то дебильный фетч-квест, чтобы за кадром обязательно что-то произошло. Вот. It's gonna be so hard to talk with Daniel. Что? Я думал, где-то внизу надо кол... А, вон там, сори, я что-то не посмотрел first. В ту сторону. Окей. Да, сейчас Мэдисон Пейдж придет переспать с мелким. Кто тут у вас протагонист? Ты протагонист? У тебя сверхсилы? Ну да. О, господи. О. Дэниел. Oh my god! Daniel! What's happening? Daniel, calm down! You lied! Dad! Your dad is dead! Why? I can't remember. Everything happened so fast. You knew Dad was dead! You knew it! Why? Why did you lie to me? I was scared, Daniel. I didn't know what to say. You should have told me. I couldn't believe it either. I didn't mean to. I hate you. Okay. Конечно же. Конечно же. Don't say that. I know I messed up everything. We're gonna get through this. Озвучка вообще не подходит ситуации. Don't touch me. Daniel, please. Oh. It's okay. Ни у кого никаких вопросов о происходящем. Собака не взлетела. Me too. Это сиквел. Они же смотрели на город, который выжил. Told me we were gonna see Dad. I'm sorry. I just...
Don't lie to me ever again. Ever. I promise I won't lie to you again. I promise. Чуваку придет счет за номер, но у него много денег, окей. I know. Да, что говорили по новостям, я не очень понимаю вообще, что там можно было сказать. Okay. Да, что его копы застрелили. Вот, знаете, если по новостям говорят, что батю копы застрелили, то, очевидно, вся общественность поднимается на уши, и после этого, как бы, копов все ненавидят, и можно спокойно на этом хайпе свою защиту выстраивать. Ну, конечно же, никто об этом не задумается. О, блять, я чудовище. You're different. Okay. What are we gonna do now? I was thinking maybe we could go to Puerto Lobos. Her dad grew up, you know? Yeah, I guess. It'll be fine, Daniel. There's nothing we can't do. Слушайте, я сейчас пытаюсь вспомнить, где я это слышал. Это был что-то типа, не знаю, какой-нибудь дневной дозор или нет? Где были иные? У меня вот такие воспоминания из каких-то давних времен о каком-то плохом произведении, где было «Папа, что такое? Сынок, ты иной! А это хорошо или плохо? Это по-иному!» И вот я вот сейчас то же самое вижу здесь, у меня... А, ну то есть я даже правильно вспомнил, в каком произведении это было. Ну, окей, хорошо. Первые два дозора хорошие были? Ну, я не знаю насчет книг. После фильмов я не готов поверить в то, что они были хорошие. Блин, если бы у меня было время, я не знаю, я бы вот сел и... Я горю. Я уже, конечно, все это сказал сейчас вслух на стриме, но мои впечатления от вот этого первого эпизода Life is Strange 2, они настолько яркие, настолько негативные, что мне... И самое главное, что все настолько хвалят эту игру, что я очень возмущен, и мне очень хочется написать, что, в общем-то, с ней не так. Я надеюсь, что я в ближайшее время найду время, да, чтобы это расписать, потому что... Ну, нельзя. Я не знаю, нельзя, в общем, это по-моему, это хвалить. По-моему, эта игра ужасна, это просто стыд какой-то. И из этой истории не выжить ничего. Да, вот я еще, когда я стримил Life is Strange 1 неделю назад, я говорил, я не очень верю, что в историю о двух братьях можно вообще что-то выжить. Но здесь просто все только к худшему пошло. Я спрашиваю, буду ли я завтра продолжать. Это сейчас все, что вышло из второго сезона Life is Strange. Игра выходит по эпизодам раз в несколько месяцев, поэтому пока что ничего дальше нет. Буду ли я ее у себя дальше стримить, это продолжение, которое следует? Возможно, да, потому что, ну, я не знаю. Людям нравится смотреть, как я играю в плохие игры и ору. Ну вот, это, очевидно, плохая игра. Очень плохая игра.
Ладно, это все. Спасибо, что смотрели. Это была Life is Strange 2, эпизод 1. Я желаю этой игре зла. Это просто худшее от Дэвида Кейджа взяли и только. Лучшее от Дэвида Кейджа не взяли. Симон Свобода. Ладно, в общем, я очень расстроен. Может быть, я напишу об этом текст. Гарантировать не могу, но я постараюсь. На этом все. Да, спасибо, что смотрели. Приходите еще, подписывайтесь на канал Канобу. Тут будет еще больше стримов, не только от меня. Ставьте лайки там, смотрите записи на YouTube-канале Канобу Стримс. И пока-пока.